Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца 2020 года. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, ВДНХ продлит одну из самых популярных акций, запущенных в юбилейном сезоне. Свободный вход продолжит действовать в музее ВДНХ, Центре славянской письменности слова, интерактивном музейном комплексе «Буран» и Центре космонавтика и авиация. Напомним, что юбилейная акция стартовала накануне 80-летия выставки. Так, за полгода бесплатные часы на постоянных экспозициях и временных выставках побывали более 150 тысяч человек. На этом у меня пока все. Больше интересных новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!